Космическая неделя на Таван-радио. В честь Дня космонавтики национальная телерадиокомпания «Чувашия» запускает новый проект. Как слышно меня? Таван-1. Прием. Прием. Понял тебя, Таван-2. Старт сегодня. Прием. Эту заставку можно услышать на волне 103 FM. В космическую неделю Таван-радио собирает космический экипаж. Нужно дозвониться в прямой эфир, за 20 секунд ответить на 7 вопросов, и вы уже в команде. Игра проходит на двух языках – русском и чувашском. Каждый дозвонившийся и ставший победителем, он приезжает к нам на Таван-радио, выходит в прямой эфир, передает приветы, получает сертификат, в котором мы вписываем его имя, фамилию и указываем должность. То есть должности, которые связаны с космонавтикой. Это бортинженер, например, тот же самый космонавт, врач и так далее. Второй пилот, первый пилот. И за 4 дня мы сформируем команду космического экипажа, которая обязательно будет размещена в группе Таван-радио ВКонтакте. То есть каждый победитель сразу появляется в нашей группе, в скафандре, в образе космонавта. Подарки на этом не заканчиваются. Победители также получают билеты в парк Николаева и музей космонавтики в Шоршевых. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.